В Москве первое заседание суда по делу Любови Соболь, активистки фонда борьбы с коррупцией, обернулось скандалом. Соратницу Алексея Навального удалили из зала суда до конца прений из-за отказа не вести видеосъемку. Позднее Соболь сообщила, что отказывается от услуг адвоката Владимира Воронина в ходе рассмотрения дела о незаконном проникновении в квартиру. Защитник объяснил, почему. Она не хочет участвовать в этом цирке даже через своего представителя. То есть она не хочет, чтобы человек, которому она доверяет, находился и представлял ее интересы там, где она не может снимать, где она не может придать гласности этот процесс. Дело на юриста ФБК Любовь Соболь завели после того, как в декабре прошлого года она пыталась встретиться с Константином Кудрявцевым, предположительно сотрудником ФСБ, о котором Навальный рассказал в расследовании о своем отравлении. Соболь грозит 2 года лишения свободы по статье «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия». Заседание суда перенесено на 12 апреля.